Drive Time з Оленою Новіковою. Друзі, всі ми знаємо, що карантин змінив життя сотень тисяч, якщо не мільйонів українців, і у роботі, і у спілкуванні, і у свободі пересування. І творчі люди з The Gates Agency вирішили цим скористатися. Вони запустили фотопроект, який розповідає про те, як нині, ну буквально у чотирьох стінах, живуть українці, які ще тиждень тому активно працювали, дехто планував подорожі світ, там дехто займався іншими активними речами. А врешті-решт усі ми зустрічалися із друзями ледь не щодня. І от на своїй сторінці у Фейсбуці агенція дописала: ви закрилися на час карантину і у вас є вхідні двері, тоді ви наш герой. Це історія, а ми, фотографи, не маємо права чи тим більше бажання лишатися осторонь. От як просувається цей проект, головне, навіщо він створений, про це ми зараз хочемо поговорити із фотографиною Катериною Сенченко, креативною директоркою The Gate Agency. Вона з нами на зв'язку. Катю, привіт! Привіт! Дуже, дуже рада тебе чути і дуже цікавий, дуже кльовий, я б навіть сказала, проект я побачила днями у вас на сторінці. І тому відразу, коли ми заговорили про саме про людей у карантині, як вони живуть, ми з колегами про тебе згадали, я розповіла, і вони дійсно відразу мені заявили, ну клич її в ефір, на жаль, лише віртуально не можу тебе обняти. В багатьох, коли я з захопленням розповідала про вашу ідею, з іншого боку, так, з перших секунд, от щоб в наших слухачів не виникало ніяких інсинуацій, як то кажуть, та? З перших секунд виникає така певна нашелешеність. Це ж є порушенням карантину, люди свідомо ізолювалися, а ви до них додому пхаєтеся зі своїми камерами, їх знімаєте, і це є неправильно, це порушення тих правил, яких зараз усе суспільство намагається дотримуватися. Поясни відразу, щоб не виникало у слухачів якогось непорозуміння, як все відбувається? Все происходит как в операционной. Ну, я выгляжу, наверное... Я когда-то снимала в операционной тоже фотопроект, и вот я выгляжу, наверное, как помощник хирурга. У меня одноразовый стерильный халат медицинский. Я его надеваю сразу на пороге. У меня одноразовые стерильные хирургические перчатки, которые я тоже сразу надеваю, ничего не трогаю в помещении, в которое я вхожу. У меня бахилы одноразовые, чтобы, не дай бог, даже если я там своими носками где-то что-то зацепила, чтобы я никуда это не принесла дальше. И у меня маска, которую я стираю и утюжу. Ну, то есть съемка длится где-то час. Вот, как только я вот перед выездом, я утюжу маску, я ее надеваю и снимаю я ее уже только дома. Ну и при этом у меня антисептик гель, которым я, несмотря на то, что я в перчатках, на всякий случай, еще раз вдруг я там потрогала свою куртку или что, перед тем, как начать что-то трогать, я обрабатываю опять эти перчатки. И у меня антисептик спрей, которым я полностью обрабатываю технику и все объективы, свет. Я с собой ношу маленькую ледку, небольшую, потому что зонтик обрабатывать я бы, ну, такой схемочный большой, я бы, наверное, даже не знаю, сколько нужно антисептика. Я обрабатываю рюкзак, когда я его ставлю на поверхность. То есть, тобто все повністю ти убезпечуєш людей, до яких ти приходиш у гості з фотокамерою, да, від того, щоб, не дай Боже, ти не принесла щось з собою і від них нічого до тебе не причепилося, і себе. Мені кажется, от якщо б я там мала определену кваліфікацію, і дуже сильно потрібно було в той момент, я б могла їм навіть якусь небольшу операцію зробити і нічого не занести. Так, да, звісно, я в першу чергу подумала о том, як я буду це робити так. Проект я начала снимать, вот я написала пост о том, что я ищу героев 17 числа. Тогда еще не было таких строгих мер, но я сразу для себя решила, что я это буду делать так, как будто бы вот вдираюсь прямо вот в операционную. Катя, тут з'ясували, дивися, тут з'ясували ми, що все з цим, з санітарними нормами, з убезпеченням все добре. А тепер найголовніше. От розкажи, навіщо взагалі цей проект народився? Навіщо він виник? І що він дає, окрім, власне, фіксування моменту, фіксування облич? Для чого це ви робите? Ти знаєш, я
В целом, я очень сильно человекофил такой. Но я 10 лет, 11 даже, проработала журналистом и всегда интересовалась вот каждой судьбой, про каждого, каждым человеком, с которым я находилась рядом и от которого получала информацию, именно личностью. И потом это переросло в фотографию, исключительно фотографию про людей и для людей, и портретную, и часто интимную какую-то. И я поняла, что я не смогу высидеть дома в такой момент, когда жизни многих резко изменились. И этот проект, он одновременно и про людей, которые абсолютно по-разному, вот я сейчас уже знаю, абсолютно по-разному переживают изоляцию, и для людей, которые проживают изоляцию, потому что когда я захожу к людям домой, я рассказываю их историю вот прям со стороны, как они выглядят, что они думают, как они пытаются защититься от этой ситуации. Некоторые мне даже признавали, что у них идет пока еще отторжение реальности, непринятие ее. И потом я это транслирую, я тебе скажу, что людям, которые это слушают, становится легче, потому что в социальных сетях сами про себя люди часто говорят о том, что вот... Я столько сериальчиков посмотрел, я прошел какие-то онлайн-курсы, а я так занимаюсь спортом, у меня вообще все классно. Очень редко люди либо ругают, вот либо они ругают там правительство, каких-то людей, которые ходят без маски по улице, какого-то китайца, который съел летучую мышь. Вот у людей от себя именно в социальных сетях вот такие две реакции. Либо рассказать, как я все равно держусь, у меня все классно, либо как кто-то очень нехороший человек. Тобто люди не можуть висловити, ну, наразі в соцмережах, просто свою тривогу, свої відчуття, які в них всередині зараз через цю самоізоляцію, і ти через їх фіксування цього моменту, тут фільмування деяким чином, ти їм допомагаєш і себе краще зрозуміти. Да, обязательно, да. Просто, понимаешь, они же себя со стороны не видят. И они не знают, как это показать. Очень часто не знают. У меня просто, я вот думаю, тот пост, который ты прочитала, и после которого, к чему я очень рада, обратилась ко мне с тем, чтобы я рассказала, это вот о том, что моя подруга запаниковала. Вот просто ей стало плохо в карантине. Она говорит, я не могу видеть вот это все радость вокруг в социальных сетях. Неужели я одна такая вот сижу тут паникующая, и мне страшно? Ее очень сильно пугает неопределенность вот в будущем, потому что она не знает, что будет дальше. И я ей начала рассказывать истории у тех людей, у которых я уже побывала, без имен, для того, чтобы сохранить какую-то приватность, потому что все истории я буду с ними обязательно утверждать, что можно говорить, а что нет. Без имен, но просто рассказывать о том, что вот это так переживает, это так... Ей стало легче. Она говорит, боже, неужели я не одна, вот я не одна в этом переживании? Я вам скажу, и меня кроет. Ну, то есть, несмотря на то, что я где-то день через день вот так вот езжу, тоже не на общественном транспорте, за мной приезжает личная машина, там, либо наших агентская, либо я вызываю такси, в котором тоже там в маске сижу в этих всех штуках. Вот. И все равно меня кроет. И я бы очень просто хотела, чтобы этот проект, вот он был про... наше какое-то совместное сопереживание, что вот ты не один в этом, и есть человек, который живет вот так, а есть, который вот так, а этот делает вот это, а этот вот это. И ты, это нормально, что ты чувствуешь, что тебе ненормально. Угу. Вот как-то так. Я могу сейчас несколько просто примеров привести, потому что когда я начинала этот проект, честно сказать, я побаивалась. Вообще, когда какую-то творческую идею начинаешь развивать и реализовывать, обычно страшно. Тебе кажется, что делаешь ерунду. Это вот у всех творческих вот, знакомых мне личностей кажется, что ты какую-то хрень сейчас делаешь, і не факт, що вона кому-то нужна. А потім приходить від людей фідбек, і ти розумієш, що все добре. От, Катю, да. Історії це дуже цікаво. Я дуже хочу почути від тебе пару-трійку, але спочатку ти скажи взагалі, скільки людей ти за цей час, за цей тиждень встигла відзняти? 9. 9? Да. За тиждень? 9. Ну, я напряглась сильно. Угу. Для мене сейчас, я думала, трьох-чотирьох, тому що це ж, ну, всі розуміють, фотозйомка, серйозна фотозйомка, це не просто прийти, клац-клац зробити на телефон ну, і все. Ну, так, да. Ну, ти ще знаєш, тут такого просто це творчий проєкт, і ми як-то всі питаємося ще й бюджет на це, ну, тобто, я ж, як би, не можу зараз із воздуха теж гроші брати, і просто хорошо, що агентство підтримує творчі проєкти, і от в цілому, ну,
мы не только про коммерцию, а про визуальное исследование очень сильное. Я чувствую очень сильную поддержку, и это прям очень приятно. Ну, такое, сейчас лирика уже пошла. Давай истории. Давай две истории, які тобі найбільше запам'яталось. Ты знаешь, я так очень быстренько пробегусь по нескольким, чтобы было понятно, какой контраст я вообще встретила за эти 9 квартир, в которых побывала. Прекрасно, давай так. Первый парниша, которого я снимала, не заметил, что карантин. Ну, это вот условно говоря. Он за мной приехал на личной машине, я к нему села и говорю: боже, такая паника. Он говорит: какая паника? Нет никакой паники. Я такая думаю: ну ладно. В целом он вообще сам по себе интроверт, он уже полгода без постоянной работы, но он очень спокойный, он играет на гитаре, у него все нормально, он там снимает комнату на Левобережке, и он очень изолированно живет. И когда он уже отвозил меня домой, я ему говорю: ты знаешь, мне больше всего не хватает в кафешке посидеть, вот так вот с утра пойти и позавтракать в хорошем месте, или поужинать, и выпить в барчике какого-то коктейль. Он говорит: а что тебе мешает? Нічого я собі, говорю. Тобто людина тиждень прожила і не помітила, що щось сталося в житті інших людей. Чувак, вообще все кафе. Слухай, в дечому навіть заздрю йому. Вот. А потом у меня была семья, просто я их снимаю на самом деле каждый год, я вот уже 4 года, я наблюдаю, как девочки растут. Это семья, в которой 4 дочки, 3 из которых приемные. И это очень клевая семья, в ней прям постоянно такая вот энергетика, там движуха несется, все девочки разного возраста, от 5 там, до 16 лет, вот, у всех по очереди какой-то переходный период, а тут они еще все остались дома, и мама такая, вот у нее прям, знаешь, это волосы дыбом, она еще работает, она редактор кулинарного сайта. И вот я наблюдаю, как они вместе, как один такой организм, пытаются как-то вот воссоединиться и вот гармонизироваться, настроиться как-то на волны друг друга с тем, чтобы ужиться и чтобы всем было хорошо. И это очень интересный процесс. Они при мне начали мыть окна, потому что был очень солнечный день хороший, у них частный дом, они вышли просто в огород. И это мыть окон, я даже не знаю, что они делали больше, хохотали или мыли эти окна. Это было очень мило. Потом, например, я снимала семью, которой новорожденный ребенок, девочка, ее зовут Катя, так же, как меня, и девочке 9 дней, то есть она родилась уже в карантине. Uh-huh. И из-за того, что, да, из-за того, что ЗАГСы закрыты, у девочки до сих пор нет свидетельства о рождении. А теперь представьте, что этого ребенка не будет существовать для государства минимум до 24 апреля. Ну, то есть это ребенок свободный, он вне системы, маленькая девочка – родилась в карантине. Я всех своих этих Катю, ну, героев... тут чекає свободна від системи, це певно якась вже філософія пішла. Ну, я думаю, може, в батьків така позиція, але, ну, просто цікавий нюанс, дійсно. Людина без документів. Да, это очень интересно, да. Потом сегодня я снимала актрису импровизации. Все люди меня сами находили. Я вообще, вот, честно, я вот не выбирала. Это как-то так случайно получалось, что они все мне такие интересные. Актрису импровизации, и она в социальных сетях, точнее так, она мне написала комментарий под этим постом, когда я собирала людей. Говорит: я уже 1.5 года живу так, как все начнут жить только через 2 недели. Типа, я вот в изоляции уже 1.5 года. Я ей сразу врываюсь в личку, говорю: боже, расскажи мне о себе. Она говорит: да я просто пережила эмоциональное выгорание сильное и вот заперлась, как в ракушке дома. И выхожу из дома только в спортзал или на репетицию, или на концерт. Актриса, ты понимаешь, она экстраверт вообще должна быть, она должна быть супер открытой. Ну так, Катя, слухай, це, певно, той досвід. В мене була думка, давай ти зараз поділися з нами, з слухачами, досвідом цієї людини, як їй вдається переживати. Але потім, після твоїх кількох слів, я подумала, що це, певно, не той досвід, який варто наслідувати. Ні, неправда, вообще неправда. Правда, она выгорела, да, но она занялась, собственно, своей проблемой, и она привела свою жизнь в порядок, просто она не готова сейчас активно врываться в социальную жизнь, и сейчас у нее это и не получится, откровенно говоря. А у нее интересный способ, как поставить вот это вот все на какой-то контролируемый поток в свою жизнь. У нее на каждые 30 минут в телефоне, я даже сфотографировала, стоит будильник, что она должна делать. У нее очень структурная жизнь. И она дома собственно, это тот человек, который занимается йогой, она учится сейчас играть на гитаре. У нее проходят репетиции, вдумайся, репетиции театра импровизации онлайн.
Я ей даже говорю, слушай, а ты можешь мне, пожалуйста, показать, как это происходит? И она разыграла передо мной импровизацию, она говорит, ты мне задай двух героев, вот, а я тебе их покажу, просто буду с места, с точки на точку переходить, и они у меня типа разговаривать будут. И я ей говорю, давай так, это будет один, это будет пациент, который заболел коронавирусом, но не хочет признавать этого, у него положительный тест, но он уверен, что он не болен. А второй это врач, который пытается его задержать и не дать ему выйти на улицу. Вот, и она мне устроила такое шоу, что в какой-то момент я вообще забыла, зачем я пришла. Ну, она потрясающе талантливый человек, но у нее очень интересный способ, как бы, образ жизни. Она прям действительно очень закрытая. Потом у меня был герой. А ты, до речі, Катя, от щодо цієї актриси, ти ділилася цим досвідом, взагалі досвідом інших людей з тими, до кого ти потім приходила? Хтось скористався подібними порадами? Ну, они воспользовался или нет, я не могу судить, потому что, на самом деле, во-первых, они меня не отчитывают, а во-вторых, мало времени прошло, но я всегда рассказываю, потому что людям очень интересно. Вот ты знаешь, вот как я в социальных сетях, когда написала пост о том, как живут три человека, и он, ну, он был достаточно популярным, вот так же люди, к которым я приезжаю, они меня спрашивают, а как другие живут? И это очень важно людям знать, как живут другие. Мы социальные существа, и сейчас нас лишили вот этого общения с кем-то более-менее неблизким, и очень всем интересно, как там у других. Вот. Потом, еще я снимала девушку, я просто даже не знала перед тем, как я пришла к ней, тоже это пара супружеская, я их снимаю каждый год, мне очень они близки и по ходу мысли, и вообще. И тут они меня тоже пригласили посмотреть, как они живут в карантине. Она учительница английского и французского, а он инспектор авиационной безопасности в Жулянах. И я всем задаю один и тот же вопрос, всем своим героям, чего вы больше боитесь, подхватить коронавирус или лишиться бизнеса или работы, ну, в общем, какого-то финансовой какой-то, не то что независимости, а защиты, да? Еще он и кажут здебільшого. По-разному. Некоторые прям зависают вот так вот и не могут ответить минуту, вот просто молчат. Они не могут вот никак понять, чего бы им страшнее было. А она мне сразу ответила. Она сказала, я боюсь заболеть, потому что у меня нет половины легкого. И в этот момент я аж присела. Ты не знала це про цю людину? Я не знала, я просто знала, что она поборола рак. Вообще она очень, ну, очень классная, очень сильная, и при этом такая мягкая, приятная женщина, девушка. Вот. И она поборола рак, и ей ампутировали одну руку. Ну, как бы вот это я знала, потому что это заметно. И для нее это вообще не трагедия, она очень как-то это мягко так переживает, вообще не, в ней нет жертвы. Но про легкое я не знала. И она мне сказала, что у нее тоже там были метастазы, и вот легкое удалили. Она говорит, я боюсь заболеть, потому что если у меня начнется пневмония, то, скорее всего, я просто уже не выйду из этой болезни. Потому что, она говорит, я и простую какую-то простуду, вот мне трудно дышать. И не дай бог, что-то с легкими случится. Я в тот момент просто так напряглась, думаю, боже, как же хорошо, что я вот вся такая там заклеенная, запшитанная антисептиком, такая, говорю, боже, пусть с тобой все будет хорошо. Ну, пусть вот. З усіма и твоими, конечно, персонажами, конечно. И з усіма нами хай все буде добре, ми всі на це сподіваємося. 100%. Знов-таки, я сьогодні, Катю, вибач, вже в ефірі казала, що я зараз по деревинці стукаю у розмові з іншою людиною. Зараз постукала ще раз по деревинці, тепер нам, ну, треба на це сподіватися, користатися кожною можливістю. Що ще цікавого, от таких якихось визначних речей, якими ти хотіла б поділитися з нашими друзями-слухачами? Ось, наприклад, я знімала пару. Я пока, еще раз говорю, что я пока имена героев просто не называю, потому что мне нужно утвердить, что можно рассказать, что нет, а так пока неизвестное имя могу себе рассказать. Я снимала пару, они оба очень целеустремленные, добились определенного успеха в тех сферах, чем они занимаются, и вот они очень активно были вовлечены в свои процессы. Он в свои, она в свои. И тут они остались вдвоем в квартире, вот оба активно занимались еще и спортом, кроме этого. И тут они остались вдвоем в квартире, вот просто друг с другом. И вот они со мной поделились, говорят, что начали очень много разговаривать. Даже не то, чтобы вместе кино смотреть или какие-то там листать мематики или книжки читать. Книжки читать тоже, но они начали разговаривать. Просто садиться, брать какую-то тему за столом, берут, і починають її розтягувати. Тобто, чекай, Катю, я тут уточню, а раніше вони так не спілкувалися, вони жили кожен своїм життям.
Вот не совсем. У них были общие увлечения, но не было на это времени, не было в этом какой-то потребности. Скорость была выше, понимаешь? Скорость стала медленней. И мы вот замедляясь, начинаем обращать внимание на то, что, возможно, важнее сейчас. И они начали вот как-то проникать в мысли друг друга, разговаривать, обмениваться. И, честно, я вот прям почувствовала, как они стали становиться ближе. Они вот прям меняются. И это очень здорово наблюдать. Катю, слухай, є різниця, дивися, я тільки що подумала, що не уточнила один момент. От в тебе були ці персонажі, ці люди. Є різниця між тим, людина самотня живе, або людина живе з родиною? Очень большая разница есть. Вот те, кто живут сами, тем труднее всего. Серьезно. Прям я вообще вот сейчас всем, кто слушает и находится сам, я вот прям вот мысленно пожимаю руку, обнимаю. Вы молодцы большие. Потому что я с двумя людьми разговаривала, которые сами. Девочка, вот ей, ну, как бы вот ей трудно, правда. И она еще и экстраверт. И она вот просто мало, она всегда мало времени дома проводила. Она всегда была на работе. И тут это забрали. И вот ее прям кроет. И парень, но парню как-то вот он такой, у него 4 гитары, 4 электрогитары, приставка PlayStation, одновременно еще работа такая достаточно серьезная, он в инвестиционном банке работает. А еще его подружка, с которой они 100 лет не виделись, не смогла улететь на Бали, потому что рельсы подменяли, и она пришла к нему домой. И это такой был забавный бонус карантина, что они очень давно не виделись, и тут они увиделись, потому что она не улетела на Бали. Знаешь, это коронавирус иногда сближает. Кстати, про этого парня, у него очень интересная личность, наверное, даже, может, так скажу. Он работает вот в этом инвестиционном банке, который инвестирует в развивающиеся страны, и именно за деньги этого банка, ну, то есть там, он частично финансировал возведение купола над реактором в Чернобыльском. И у этого парня, у него достаточно ответственная работа. Ему нужно, кроме всего там прочего каких-то своих вещей, которые он там делает, еще заниматься медиамониторингом ситуации с коронавирусом, чтобы понимать, как эта ситуация выглядит, как банку себя вести. Так вот, так как он работает дома, у него есть 2 компьютера, он одну штуку открывает, на втором другую, и большой экран, который висит на его стене. Чтобы эти компьютеры удобненько стояли, он берет гладильную доску, ставит один компьютер с одной стороны, другой компьютер с другой стороны, а впереди перед ним огромный монитор. И это выглядит как какой-то кухонный пентагон. Я не знаю, у меня есть... Как интересный лайфхак. Вообще, он работает на гладильной доске, но это выглядит просто вот очень впечатляюще, потому что у него везде там эти карты, какие-то датчики, там цифры бегут, и все это на гладильной доске. Вот, очень-очень забавно. Катя, в нас лишається буквально там 2-3 хвилинки ефіру. От що ти збираєшся далі робити з цими фотографіями? Тобто я розумію, що ти набереш якусь кількість людей, особистостей, відзнімеш їх ще за цей певний час, до 24 квітня в нас карантин подовжений. Що відбуватиметься далі? Мені буде 11, на самом деле. Снимаю 10-ю девушку, она тревел-блогер, это тоже интересно, как она сейчас, в воскресенье, а потом я пишу эти истории кратко, тем, чтобы они максимально раскрывали переживания персонажей, и я очень хочу максимально этот проект просто распространить по СМИ, чтобы люди читали, я хочу выдать его до того, как карантин закончится, для того, чтобы люди читали, смотрели, и им становилось легче, вот. Как бы моя цель не просто зафиксировать это как хронику, а дать кому-то понять, что я уже просто говорила, что в этом переживании ты не одинок. И у меня уже есть несколько СМИ, которые заинтересовались. Мне даже писали, что как: Екатерина, скажите, а вы продаете этот проект, или мы можем взять его на публикацию бесплатно? Я говорю, ребята, вещи, которые должны мотивировать и вдохновлять и делать людям легче, нельзя продавать. Ну, тобто просто можна це розповсюджувати, показувати друзям, показувати в медіа, аби люди надихалися тим, що інші люди переживають те ж саме, ймовірно, підтримували б одне одного. Да, я думаю, що, може бути, потім просто сохраню це, і, може, зроблю якусь фотокнігу, просто щоб це залишилось, знаєш, як пам'ять, що от таке у нас
было, и это было вот так. Мы на самом деле в Гейте, я уже еще один короткий такой анонс сделаю, делаем еще один творческий проект, который документирует реальность. Мы фотографируем владельцев бизнесов возле закрытых дверей их заведений или внутри, в пустых. Это самые разные бизнесы, и частные школы, и там бары. И я тебе скажу, что выглядит это очень глубоко и чувственно, потому что это, ну, для каждого человека, который сам бизнес построил, это не просто машина зарабатывания денег, это чаще всего энергии. Ти так сказала, в мене достатньо багато уява, у мене якось таких холоднувато так мені всередині десь стало від того, я собі уявила ці фотографії людей, які створили бізнеси, а вони зараз безлюдні. Вони не знають, що, понимаєш, безлюдні то не страшно. Непонятно, что с ними будет дальше. И вот ты как будто находишься возле твоего ребенка, и ты не понимаешь, будет он, ну, твоего бизнеса. И ты не понимаешь, что с ним будет дальше, будет он жить или нет, как он будет выглядеть вообще, что с ним случится. И вот мы сейчас фиксируем реальность, какая она есть. Мы сняли уже около 20 таких коротких историй, и они, правда, ну, даже вот меня впечатляют, хотя я с людьми много времени проводила и стараюсь как-то их истории постоянно изучать, и через них себя даже. И вот это точно будет большой проект. И мы и книгу думаем выпустить, и максимально тоже его распространить. Вот занимаемся сейчас таким. Катю, дуже цікаво. Я бажаю вам успіхів в твоєму проєкті з самоізольованими людьми, в тому, про який ти зараз розповіла. Дякуємо, що ти зв'язалася з нами, що розповіла нам ці цікаві історії. Слухачам нагадую, креативна директорка The Gate Agency, фотографиня Катерина Сенченко зараз була з нами на зв'язку. Дивлюся на годинник, бачу, добіг кінця ефірний час. Ці півтори години з вами була Олена Новікова і мої колеги. Це редакторка Катерина Сиворотка, гостьова редакторка Валентина Білан, відеоредакторка Наталка Слободян, а за звукорежисерським пультом працювала Ірина Нижник. Почуємося. Драйв-тайм з Оленою Новіковою.